Сегодня по поручению губернатора мы прибыли в Новую Астрахань для того, чтобы отправить первую сотню детей на летний отдых и оздоровление. Первая группа ребят отправится в Березку, где проведут 2 недели отдыха. Большое внимание губернатор Астраханской области Игорь Юрьевич Бабушкин уделяет детскому оздоровлению. Мы по поручению губернатора при поддержке «Единой России» осуществляем первую отправку детей из Кременского района в Астраханскую область в детский оздоровительный лагерь «Березка». Данная работа в дальнейшем будет продолжаться. У нас в планах на этот сезон еще несколько заездов.